Нет, мы с пацанами пьем пивко с рыбой целую неделю, приходим на выходные футбольчик поиграть. Сходу спросил бы, зачем вам это надо? Вы не футбольный человек, зачем вам это надо? Сейчас а Металлист сейчас как выступает? Смена тренера, куча игроков. Доброго дня усім інтернетчикам. Мене звати Роман Бебех і це рубрика «Ромаріо та Бебето». Знаходимось ми біля Інституту журналістики, закладу, де готують майбутніх журналістів. І не просто так. Я знаю, наскільки усіх уболівальників турбує питання. Що цей хлопець коментує? Що це за запитання від журналістів? І я знаю про те, що і футболісти думають так само. Пишіть свої коментарі, що вам не подобається в роботі коментаторів та журналістів. Будемо відповідати. Тож ми зустрічаємось з людиною, яка дуже уважно стежить за українськими журналістами і коментаторами. Сергій Погорілий, футболіст і майбутній журналіст. Які найтупіші питання ви чули від українських футбольних журналістів? Розкажіть, як ви забили гол. От я для мене це вершина всього. От як? От йде трансляція, скільки? Півтора часа йде гра. Пусть прев'ю, шмів'ю, там, перерыв, показывают этот гол 10 раз, минимум, этот повтор. И как человек должен? Что он должен ответить? Я вот просто не понимаю. Я еще согласился, если бы это было там, ты должен на весь стадион это сказать, да, там, дорогие друзья, дамы и господа, для тех, кто на 53-й минуте отходил, или отвернулся, или доставал семечки из кармана, я рассказываю, как я забил. Гриша бежал по флангу, отдал Феде. Федя прострелил, мне осталось только ногу подставить. Ну что, это просто шаблонно не отвечают. Как отвечать на эти вопросы? Я просто не понимаю по сей день, если честно. Что потрібно запитувати у журналістів? Ну, у журналістам и футболістів після гри. Що треба запитувати? Суму контракту, як будете гулять після гри? Я просто я не да даже так, пусть спросят, где будете гулять, куда подъезжать. Но на самом деле нужно чувствовать дух игры, да, что происходит на футбольном поле, кого ты вызываешь там на это интервью, что ты хочешь спросить, и отталкиваться от этого. Тоже вопрос. Вы забили сегодня шикарный гол, вы отрабатываете это на тренировках? Ну кто-то играет с 8 лет в футбол. Нет, мы с пацанами пьем пивко с рыбой целую неделю, приходим на выходные футбольчик поиграть. Ну это же смешно. Просто вопрос. Знаете, журналист должен быть так, интервьюер должен быть такой, как дирижер, он должен играться этим, да, то есть беседой. Я знаю, что была ситуация, когда вы играли в Таврии, брали у вас флеш-интервью, вы сказали, что ваши ворота арбитр честно поставил пенальти. И за это после игры вас відшмагав тренер, правильно я розумію? Да, и не только тренер, там все, кто имел какие-то руководящие должности, по-моему, все там рассказывали. Как это ты можешь признаться, что было? Ты же играешь в нашей команде. Ну как я могу сказать на черное-белое? Ну там действительно был пенальти. Селио, по-моему, Селио, да, сбил кого-то из футболистов Арсенала. И Олег Романович в свойственной для себя форме, как бы сказать, пожурил меня. Надо говорить, что ничего не было, там пусть разбираются. Ну, это тоже глупости, я считаю, когда да, там тоже спрашивают, был пенальти, не был или... Ну вам же виднее, вы же біля цього моменту. Это виднее, но просто когда люди начинают говорить, я не знаю, надо смотреть. Что смотреть? Скажи, был, не был, больше был, больше не был. И все, и на этом закрыто. Ну, в принципе, на глупый вопрос тяжело ждать умный ответ. Перед вами зараз президент Прем'єр-ліги Володимир Гінцов. Що б ви в нього запитали? Сходу спросив би, зачем вам это надо? Ви не футбольний чоловік, зачем вам это надо? Наші користувачі в Ютубі Футболхаба, приєднуйтесь до Ютуба. І дуже багато з вас люблять писати такі злісні коментарі. Сергію, ви читаєте, да, що там пишуть вратар безтолковий, там от в Сімферополі вам дуже часто вони писали люди коментарі. Ви читали це все? Ну, я не то, чтобы... Может, вы писали навіть, я думаю. Сам себе писал. Что ты ловишь? Что ты ловишь? Не, писали, что в порядке, молодец, Сергей Погорелый. Не? Ну, не писал, надо какой-то ник придумать и писать. Пага? Пага, причем из фотографии, и писать, отвечать. Не, знаю, что ребята есть такие, были у нас, которые там и общаются с этими, и там у них какие-то это... Такого нету, ну вот... Ребята передавали комментарии, пишут, я знаю. Ну, пусть пишут, и я тоже могу обложиться бутербродами, взять пиво и сидеть печатать там. О-о-о, такое, не такое. Это их не право, и они на это полное право имеют.
Ми хотіли вас зараз попросити спробувати себе в якості журналіста, взяти мікрофон і от просто з людьми поговорити тут вже як журналіст. Ви згодні? Без проблем. Ну, начну. Я не політика. Спорт. Вот так вот у нас все молчат. Пойдем дальше. Самую большую проблему нашего футбола можете сказать? Конечно. Барселона програла ПСЖ. Так это же не наш чемпионат. Але не грає вся команда. Не тільки Динамо, всі не грають. Ну як це можна в європейських лігах, там Ліга Європи, Ліга Ліга чемпіонів. Ліга сміха, туди як можна. Показати, як вони грають, і будуть люди сміятися. Ну, Артема Милевского не придержали. У Артема Милевского немножко другая была ситуация. Какая, расскажите, пожалуйста. Скажите, вы следите за украинским футболом? Слежу. Что ожидать от оставшихся игр? Наверное, коэффициентов вышло высоких. Кто у нас фаворит? Мы же не знаем, кто у нас фаворит. Ну, там несколько команд в Украине. Что там? Шахтер, Динамо, Металлист, Днепр. И тот Днепр сейчас. А Металлист сейчас как выступает? Честно говоря, без понятия. По-моему, плохо. Плохо. Ну, неплохая команда, да? Была в свое время. А сейчас, как думаете, с чем связано такое? Смена тренера, куча игроков. Тренер, вот это ты у них специалист, как вы думаете, соответствует их нему уровню или нет? Как специалист нулевого класса, ну, по идее, может быть. То есть, либо им лучше обратить внимание на зарубежного специалиста? Естественно. Как вы оцениваете нынешню журналістику? За рівнем незаангажованості та плюралізму. Плюралізму, куди запрошують, наприклад, людей, які проводять думку альтернативну від... Ви такий розвернутий відповідь даєте. Рома, повертаю тобі твою апаратуру. Я ще, мабуть, літ 10 поіграю, а потім, може бути, повернусь к ній. Хочу вам пожелать журналистам, чтобы вы конкретно формулировали свои вопросы, делали свои репортажи интересными. И, конечно же, подписывайтесь на Football Hub. До встречи. И пишите комментарии. Это была рубрика Ромарио и Бабето. Нам дуже цікава ваша точка зору. Па-па.